А в День защитника Отечества кызылординские военнослужащие предстали в весьма непривычном для них амплуа. На один вечер 25 офицеров привычному строевому шагу предпочли вальсирование под классическую музыку. В областном центре впервые прошел офицерский бал. Участие в нем также приняли сотрудники правоохранительных органов. Год от года гарнизоны растут. Это радует. Увеличивается численность солдат в воинских частях. Они несут круглосуточную вахту, охраняя покой и безопасность мирных граждан.